Шоумен и юморист Максим Галкин в Инстаграм тепло поздравил с днем рождения дочь своей супруги Аллы Пугачевой Кристину Арбакайте. Яркой исполнительнице исполнилось 48 лет. Дорогая Кристина, поздравляю тебя с днем рождения. Обожаю тебя, будь счастлива, удачлива, улыбчива. Ура! Заявил Максим Галкин. Кристина Арбакайте родилась в 1971 году от первого брака примадонны с артистом оригинального жанра Миколасом Арбакасом. Дочь Аллы Пугачевой – очень разносторонняя личность. Она не только выпускает альбомы, поет песни, но и снялась за свою жизнь уже в около трех десятков кинофильмов. Добавим, что родители Кристины Арбакайте развелись, когда девочке было всего 2 года. Максим Галкин в прекрасных отношениях с певицей. Она часто вместе с дочкой Клавдией бывает у него в гостях в замке в деревне Грязь, где он живет вместе с Аллой Пугачевой и своими детьми-близнецами, Гарри и Лизой. Кристина Арбакайте сейчас замужем за бизнесменом Михаилом Земцеовым. Ранее она состояла в браках с музыкантом Владимиром Пресняковым-младшим, а затем с бизнесменом Русланом Байсаровым. От певца она родила сына Никиту, а от Байсарова еще одного сына, Дэни.